Всем привет, это твоя ежедневная доза интернета. Ученый обнаружил гусеницу шелковой моли, которая кричит при каждом прикосновении. Этот парень купил себе роботизированную собаку из Китая. Несколько дней назад ВМС США взорвали взрывчатку, чтобы проверить безопасность своих кораблей. Эти люди пытаются выяснить, как безопасно отобрать эту кость у этой собаки. Эти ребята были на рыбалке, когда прямо под их лодкой промчалось землетрясение магнитудой в 4 балла. Есть компания, которая производит гигантские костюмы, достаточно мощные, чтобы перевернуть машину. Эта акула хочет съесть пузырики от акваланга. А это конец этого видео. Я очень надеюсь, что моя озвучка тебе понравилась и ты получил свою ежедневную дозу интернета. Пока!